Приветище, эти зомби Эйхер, и мы продолжаем наши с тобой туннельные зомби-апокалиптические и поездатые приключения. Да-да-да, все вместе, этого такая куча мала. Дело в том, что в прошлой серии мы с тобой нашли ключ от южных дверей в туннели. И мы теперь ищем эти чертовы двери, чтобы выбраться с этих туннелей. У меня уже скоро клаустрофобия разовьется. Блин. А еще я не помню, точнее я не понимаю, откуда мы начали. Так, стопэ. Василий Геннадьевич, ну что ты творишь, пистолет? Фух. Еще проблема в том, что у меня нет аптечек. Черт подери, к нам еще кто-то идет, надо зарядить лук. В общем, в прошлой серии, если ты не помнишь, меня сожрали зомбари. Вот так вот лучше. Все получилось таким образом, что я сыканул, психанул. Ну, пробежался сквозь зомбари на стелсе, так как у меня пистолет сдох. И я попал в ловушку. Меня кто-то услышал, я цыканул, побежал, и вся толпа на меня согрелась. И в итоге меня сожрали. Вот. Естественно, перед этим я не сохранился. Я профукал свое какое-то прохождение определенное, но слава богу, что в этой игре есть автосейфы. И сейчас мы с тобой начали с автосейфа. Да, капец. Конечно, тут зомбари. По-моему, именно в этой зоне у меня сломался пистолет. Потому что, ну, здесь кроме как автомата меня ничто не спасет, мне кажется. Ладно, разберемся сейчас с Машкой. И пойдем искать двери. Машка? Love is love. О, да. Блин, как так я попал ей, что она с первого раза упала на лопатки? Так, меня услышали? Да, походу на то. Меня услышали. А, ну это просто, знаешь, это... Кучерявый, точнее нет, лысый пацан. Ой, их двое идет. Нифига себе, ребятки. Че это вы вдвоем на меня одного, а? Я не готов к такому повороту. Прямо между глаз. Наверное, это больно. Хотя зомби ничего не чувствует. Кроме голода. И запаха мозгов. Живых людей. Так, отлично. Забрал стрелы. Перезаряжаюсь. Надеюсь, что мы сейчас проберемся таким образом, что я сохраню свой пистолет. Потому что прочности у него совсем мало. О, отлично. О, капец, ОМОН! ОМОН! Два ОМОНовца я вижу. Тут по-любому стелс нужен. По-любому. Так, лысый пацаненок. Я сейчас попробую втихаря пробраться, но вот этот лысый пацан может меня спалить. Спалить всю контору вообще. А ты каким макаром меня унюхал? Так, бежим. Как это случилось? Ой, и все ОМОНовцы на меня согрелись. Ну, конечно. Как так вышло, я вообще не представляю. Это все вот этот лысый паренек. Я знаю, что это ты. Ну, а теперь самое главное, посмотрим, смогу ли я с лука... Да, смогу. О-о-о. Нифига себе, два выстрела с лука, и они ложатся. Круто. Главное, грамотно попасть в них. А именно в голову. Так, мимо. Ай-яй-яй-яй. Бежим. Мимо. Ну-ка, хотя как мимо? В горле у него торчит стрела. Есть попадание, но все равно мимо. Обычно он бы уже слег, да? Так, есть. Черт подери. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Промах. И да еще и стрелу сломал. Да что ты будешь делать-то? Дед Карпет. Что за дела? Ладно, начнем бороться с этим. Есть попадание. Еще одно меткое попадание, и он сляжет. Ага. Не рычи на меня. Иначе... Да что ты будешь делать-то, а? Ты откуда такой вылез? Наконец-то! Сколько стрел в тебя нужно было выпустить. Слава богу, что всего парочку я сломал. Так, вот еще стрелы. Всего парочку, по-моему, я сломал об него. И здесь тоже стрелы заберем. Фух. Да, меня, конечно, знатно пронесло в этот раз. Возвращаемся в логово этих исчадий и паразитов бесовских. И попробуем сейчас продолжить свою тактику при помощи лука и стрел. Машулечка, ну что ты так ревешь? Главное, грамотно попасть ей в голову. Хедшот! Есть. Я долго метился. И оно того стоило. Итак, дамы и господа, мы наблюдаем с вами, как два зомбаря сосутся за углом. А именно, Щитник и Машка.
Машка при помощи своего красного лака на ногтях соблазнила щитника, и мы видим, точнее наблюдаем с вами эту прекрасную картину. Ну а пока они там трутся и занимаются собой... Ой, блин, вот это нежданчик, кажется, сейчас меня кто-то в угол припрет, чего бы я очень не хотел. Там была красная бочка, надо было их шмальнуть по ней своим пистолетиком. На тебе, бежим, бежим, перезарядимся потом. Бежим, 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 перезаряжаемся быстренько. Вот так вот. О, да. Я Зойка-пересмешница, люблю луки. Так, кстати, в комментариях писали о том, что я могу щитником разбить окошко, то есть табло, и сделать свободную кассу, через которую они будут на меня кричать, но я сомневаюсь об этом. Ну давай попробуем. Пару пулек из пистолета. Ну, как ты видишь, все это полная лажа. Зря я только потратил несколько патронов. Так, что делать с этими щитниками? А, пойдем. Сейчас мы сделаем им ловушку. Тут же лежала бочка. Я эту бочку сейчас схвачу. Вот эту переносим. Сюда, бочечка. Бочку кидаем. Криво бочка стоит. Бочечка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, ребятульки, тихо-тихо-тихо. Вот так вот бочечку. Да блин! Ай! Вот я косорылый, а. В этой долбанной тени я точно заработаю себе клаустрофобию. Надо подлечиться. Так. Надо подлечиться. Пацаны, ну тихо-тихо. Вот так вот бочку кидаем. Сейчас они сюда подойдут, и мы бомбанем. Да ну нафиг! Ёкарный бабай! Это была идеальная тактика. Хорошо, что я перед этим всем сохранился. Да, чему-то жизнь в зомби Acer меня донаучила. Короче, берем сейчас с тобой эту бочку и тарабаним ее прямо туда, сразу же. Вот так вот. Пошли со мной. Моя бочечка, я буду спать с тобой. А ты согреешь меня ночью, когда будет холодно. Там еще одна, кстати, бочка есть. Так, сперва нам нужно... О, ты посмотри, как я ношу бочку. Я достаю лук вместе с бочкой. Ту, блин, с бочкой в руках. Ладно. Я тут немножечко пошумел. Машулечка. Иди сюда. Может быть, в этот раз у меня получится на стелсе пройти. Так, бочка одна здесь кинута. Это отходная бочка будет, если на меня все-таки кто-то сагрится. Так, ребята... Щитник стоит задом ко мне. Там еще один щитник. Божечки. А-а-а, не ори так. Я сыкую. Жалко, памперсов нету здесь в этой игре. Спокойненько. Я прокрался. Да, я же красавчик. Да чтоб тебя, как ты меня учуял. Засранец. Я здесь смогу залезть? Да, отлично. Отлично, просто прекрасно. Машка, ты-то куда лезешь, а? Еще и вперед. Я надеюсь, что я ей пробил бошку. А еще мне бы видеть бочку. Потому что... Нет, я... Я... О, как ее размозжило-то. Посмотри на эту лысую Машку. Так, эти ребята идут туда куда-то. Да, вот это конечности. Это все Машкина. А вот нефиг было дамам переться вперед. О, тут еще и щитника одного бомбанул. Мощно. Так. Забираем стрелу. Ребята, постойте там, пожалуйста. Пожалуйста, не лезьте сюда. Но не лезьте. Так, ладно. Сейчас будем решать этот вопрос кардинальным способом. Так, этот еще приперся. Ты-то куда лезешь, а? Промахнулся. Против этого чувака только пистолет. По-другому вообще никак. Так, ладушки, ладушки. Там двери, по-моему, которые можно закрыть. Там еще и один щитник стоит в коробочках, спрятался. О, нет, он сагрился. Он сагрился. Так, а ты-то куда лезешь, а? Готов? Бежим. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Пистолет надо достать. Как он машет своими паклями, а? Че, в Mortal Kombat в детстве переиграл, что ли? Ладно. Обходим всех этих чуваков. Берем бочечку. И тарабаним ее туда. Нам нужно выманить еще одного щитника, который спрятался вон там. Видишь, вон он. Стоит там в уголочке. Думал, что мы его не заметим. Оу, нет. Не-н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 е, ребята. Ребята, я пошел отсюда. Я пошел вот так вот. Так, бочечка здесь есть.
О, как хорошо. Меня, конечно, задело. Куда без этого? Мазю очень сильно. Капец. Скоро пекалю хана. Ну давай, открывай личико. Нет, надо подлечиться. Иначе он меня может с одного кулака вынести. Таблетки. Обматываемся, как мумиё, бинтиками. Бинтярами. Ну давай, открой свое личико. Давай. Хо-хо-хо-хо. Обгоревший мумиё. Ништяк, вроде бы я здесь всех обезвредил. Фух! Отлично. Все становится сложнее, когда у тебя оружие на исходе. Прикольный чел, слушай. Красиво обгорел. Как будто в салон красоты сходил. Так. Опачки, там еще один. Твою ж, налево они все вышли. А, ну конечно же, конечно же. Что у нас тут? Пока в бочках поковыряюсь. Фу, блин, в бочках. В коробках поковыряюсь. Пока поковыряюсь. А, черт подери. Можно было бы его щит разобрать каким-нибудь макаром, а? Есть тут еще бочки взрывные? Бочечки. Не, нету. Ладно, давай, мужики, разбираться с тобой. Попробую с битой. На тебя. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Я надеюсь на это, что чуть-чуть. Да. Зашипеть. Ну вот, теперь можно подлечиться. Фух, здесь я все зачистил. И вот в следующей комнате, за этой дверью, я опрофанился в прошлый раз. Где-то здесь. Как тяжело открылись двери, да? Так, нужно проверить, я их смогу закрыть на всякий пожарный. Да, отлично, эти двери открываются, закрываются. Если что, я сюда заманю зомбарей и закрою двери за собой. Да, именно здесь в прошлый раз я сыканул, и меня сожрали зомбари. Ух, что там машки творят. Одного лысенького зажали вдвоем. Пацан, я тебе не завидую. Так, ну чё, попробовать пролезть, что ли, как-нибудь тут, я не знаю. Или с лука начали размотать вот этого. Да, попробуем с лука размотать вот этого чувака. Упс, промахнулся. Чуть повыше надо взять. Есть попадание. Шикарно. Еще одно, и ты готов. Ништяк. Просто шикарнейшим образом. Чего вы на меня все вылупились, а? Вы там своими делами занимаетесь. Непристойными. Так, попробуем вот сюда пойти. О, там двери, смотри, есть. Там двери. Короче, в этой комнате очень большое количество дверей. И я в них запутался, когда хотел убежать назад. Вот сейчас мы сходим сюда. Конечно же, разберемся с вот этим Патриком. Эй, Патрик! Машка, ты... Машка такая выбежала. Чё тут буяните? Мешаете мне дрыхнуть. Хотела обхаркать своей слизью. И в итоге сама же получила. Блин, слушай, пока все идет вообще гладенько. Машка... А, об нее стрела сломалась. Пока что все гладенько. Но проблема в том, что у меня сейчас может сломаться еще и лук. Он совсем сломан. Последний выстрел остался. А, нет, даже последнего не будет, прикинь, все, лук сломан. Обалдеть. Только не говорите мне, что нужно возвращаться домой. Все, что у меня осталось, это бита. А еще надо пожрать. Пожрать, попить, попить нету. Капец, как я вообще сюда дошел? Ладно, придется возвращаться на поезд. Потому что с таким арсеналом продолжать нет смысла. О, наконец-то поездатый мой поезд. Фух, добрались до него. Слава богу, надо будет сейчас поспать. Также нужно будет сейчас посмотреть, что у меня есть. Так, медикаменты есть, отлично, картофан есть. Воды, к сожалению, здесь нет. Но есть зато лук. Надо будет сейчас кучу стрел просто понаделать. Этот лук можно, в принципе, выкинуть. Медикаменты возьмем. Таблетки нам пригодятся 100%. Итак, я вооружился до зубов. Поскольку из огнестрельного у меня ни шиша, ничего не осталось, я сделал себе две биты, одна из которых скоро уже крякнется, два лука и, пожалуй, еще сделаю стрел. А, капец как беспонтово. Стрел я больше не сделал, потому что дерева у меня больше нет. Вот это лажа. Так, дробаш, ладно, дробаш мы оставим на всякий пожарный, вдруг патроны найдем. Все остальное я скидываю нафиг. Теперь проблема с водой. Я запасся огромным количеством медикаментов, чтобы выживать. Картошечка поспела, слушай. Хочу посмотреть вот здесь. Бутылка с водой. Где ж мне найти вот такую вот бутылку, чтобы сделать эту бутылку с водой? Наверное, нужна просто грязная вода?
Пришил посмотреть на свою броню, так она вся у меня вкоцнутая. У меня даже брони нет, надо будет новую броню делать. Ух, а на это времени сейчас нету. Ладно, пойдем, короче, дрыхнуть и продолжим наши поиски. Ты, короче, прикинь, южные двери, оказывается, это вот эти двери. Дай попробуем открыть их ключом. Твою ж налево. Оказывается, южные двери это были вот это все время. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, лучше поздно, чем никогда, да, как говорится. Короче, вот я взял немножечко пластика. Как ты видишь, у меня в инвентаре пластик лежит. Хочу попробовать набрать в этот пластик воды. Грязной воды, которая здесь, вот она у нас. Набрать воду, действительно. Вон оно что. В общем, во все пластиковые тары я могу набирать грязную воду. Вот она, грязная вода. Пойдем ее очищать. Где там наша очистительная машина? По всей видимости, мы просто ее вскипятим. Так, создать. Ну да, мы просто кипятим воду. Ништяк, теперь есть попить. Срочно пьем. Набрал, короче, 12 бутылок. Я думаю, что нам этого хватит. Если что, я еще потом доберу. Ну вот, отварил себе 5 бутылок. Этого будет достаточно. Сейчас соберем урожай. А также посадим его. Вот так. А оставшуюся картошку мы сейчас с тобой зажарим. Ну чё, я в принципе все. Запасся всем, чем можно. Картофан есть, вода есть, пожрать, попить есть, как говорится. Теперь можно шуршать дальше. Но непонятно. Южную дверь я нашел, я открыл. И куда в итоге меня этот туннель должен привести? Интрига, интриг. Одна из главных. А еще я тут нашел закрытую дверь. Попробуем ее открыть этим ключиком. Ну-ка. Нет, этот ключ только для той двери. Больше он ни для чего не подходит. Может его выкинуть тогда? Или пока оставим? Ну вот, мы снова вернулись. Мы снова здесь. Там, где и остановились. Только нужно... Надеюсь, меня не услышали. Что-то там все уже орут и ревут, как будто почувствовали запах моих прожженных мозгов от страха. Так. На стелсе. Идем вон в те двери. А там уже дальше зарешаем, чего, куда и как. Вот они, эти двери, куда я хотел пройти. Они не закрываются. Это очень плохо. Что ж, продолжаем наши с тобой удивительные приключения с зомбаря. Зомбаря, потому что от всего, от всех запахов и количества зомбарей я уже сам превратился в зомбаря. Но еще с мозгами. Ой, Машка, не подходи ко мне. Слава богу, успел отбежать. Где ты? Выходи из тумана. Выходи из своих газов. Машуля. Ну где же ты, девчонка? Девчонка, девчонка. Так, где-то еще тут стрела была, вот она. И что-то тут охраняло. Не кухоньку ли случайненько? Нет, казарму. Промахнулся. А пистолета-то нету. Да что ты будешь делать, когда речь доходит до вот этого пацана дерзкого? Я мазю. Мазю причем конкретно. Хорошо, что он тупит. Тупенький мальчик. Че, все, нет? О, я руку ему как-то стрелой отрубить умудрился. Наконец-то. Отдай стрелу. Все, все. Медикаменты срочно! Медик! Ну че? О, нифига себе, как я ему паклю. Как так вообще вышло, что стрелой отрубил ему руку? Удивительная история, которую мало кто поверит. Так, Патрик, иди ко мне. В принципе, я думаю, что он нас бы не тронул, но он мог нас спалить в ненужный момент. Так, и что это за туннель такой интересный? Еще один Патрик. Патрик, Патрик, надо было стрел побольше понаделать. Эй, ребятульки, что у вас там? Тусня? Дискотека? А вы меня даже не позвали. Вот этот чувак мне вообще не нравится на дискотеке. Че это за борода такая? Блин. Сейчас фигово тучу стрел просто ухайдохую об него. Последняя. О, левел ап. Рок-н-ролл. Чтоб вас всех тут нафиг. Так. Конечно же, скрытность. Давай скрытность, короче, качаем, потому что... О, 12% скрытности на коленках, на корточках, точнее. При ходьбе 20.
Отлично, это значит, что меня меньше могут запалить. А учитывая, что оружия у меня ни шиша практически не осталось, это очень полезно. Ну как оружие? Лук это, конечно, такое себе удовольствие, особенно против больших бугаев и чуваков с паклями. Блин, как бы мне вытащить? Вот, стрела. Ну нет, ну что ты тут забыл? Кого ты ищешь? Попробовать на корточках, что ли, пролезть? Давай рискнем. Я очень тихий, чтоб тебя, как ты меня услышал. Кавабанга. Оп, в щечку ему, он разозлился. Дырявые щечки. Теперь у тебя две дырки, в одной и в другой щеке. Хо-хо-хо-хо. Нефиг было на меня агриться. Были бы у тебя целехонькие щечки, пухленькие. О, господи, когда это все закончится, эти долбанные туннели? Еще, Патрик. Мне кажется, что мы вообще по правильному направлению идем. Патрик, почему ты не с одной стрел... Машка, ты-то че выбежал? Видимо, она хотела защитить Патрика. Ну, у Патрика теперь со зрением минус 2. А у Машки так вообще... Куда я попал? Прямо в рот, смотри, как залетела стрела. Ух, нефиг было орать. Нефиг было бычить. Что это здесь у нас? Вон где я вышел. Мы вон там, короче, с тобой зашли, а тут вышли. Все понятно. Круг навернули, короче. Зря потратили только время. Кто-то там ко мне идет? О, пухляш. Там пухляш ходит. Злой. Злой великаныч. Так. Заходим сюда быстрее. Оу! Вот это меня пронесло. Он чуть меня не жахнул своей мощной рукой. Так, в голову. Только в голову. Где я? Где я? Я почему-то потерялся. Как так выходит? Когда я сыкую, я теряюсь. Ну давай, бугай. Сколько стрел в тебя нужно выпустить, чтобы ты откинулся? Опс, промазал. Но звук стрелы... О, как он близко. Но звук стрелы был такой, что как будто я стрельнул из пистолета или из автомата. Да что такое? Почему? Почему я мажу? Ходи ровно, не качайся. Будь хорошей мишенькой. Наконец-то. Наконец-то. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, 5 стрел в него нужно было выпустить, и 2 стрелы я пустил в стену. Ну, что могу сказать? В принципе... Мне все пока нравится, мы очень хорошо идем, от бугая избавились. Тут у нас кто-нибудь есть? Там вон Машка трется с лысым. Ого, тут есть какие-то проходики. Шикарно. Можно было тебя, в принципе, не трогать, но я хочу. Хочу вас истребить всех, нифига себе. А, ну конечно же, первая стрела попала не в голову, поэтому придется 3 выстрела сделать. Так, туда я не пойду, потому что это опять сквозной проход. А что там интересно такое? Там есть еще двери, да? Вот же, блин. Тут у нас чувак с паклями, но туда мы не пойдем. Мы все выяснили, короче. Пойдем-ка лучше вот сюда, посмотрим, что у нас тут. Тут явно не сквозной проход. Кажется, тут складское помещение. Получил, лысый? Так, кто нас тут еще ждет? Еще один лысый. Бабах. Готовченко. 2 выстрела в голову, это самый лучший аргумент в защите. Ну чё? Вот этот вот мне не очень нравится, чувак. 2 выстрела в голову, 2 выстрела в голову. Готов. Машка, стой! Подожди, не пыляй! Бежим! Пока перезаряжался, я... Короче, все. Меня обвоняла Машка. Но я надеюсь, что я попал ей в голову. Должен был. Таблеточки, таблеточки! Ну-ка, Машуля. Еще живенькая, а теперь уже нет. Фух. Маша, ну вот зачем ты так со мной, а? Я к тебе со всей душой, а ты ко мне. Да, я пошел в правильном направлении. Но, пожалуй, я загляну сначала сюда. Бежим! Бежим! Перезарядочка. Готов. О, и Машку сразу же пробил, смотри-ка. Обалдеть. Этому, короче, черепуху пробила стрела и полетела дальше, пробила Машке руку.
Или вообще ей отстрелил руку? Реально, смотри, Машка без руки стоит. Вот это я дал, так дал жару. Слушай, лук становится моим любимым оружием. Даже круче, чем дробаш. Ладно, неважно, двигаемся дальше. Стрелы, конечно, мы все собираем. И самое главное, я надеюсь, я тут всех истребил. Вон тут вот еще лысый стоит. Но так, в принципе, да. Наконец-то, сейчас поживимся чем-нибудь ценным в ящичках. Может быть, пистолет? Нет. Так, патроны, вода. Тут забыл забрать. Тут у нас что? О, патрон для дробаша. Наконец-то. Дробашик, где ты мой? Миленький. Теперь есть очень важный аргумент в ближнем бою. Все, комната обыщена. Я рад, что мы ее обыскали. Это очень было важно для меня. И для дробаша моего. Так, кажется, у нас тут еще были пассажиры. Ух ты, карта туннеля. Карта туннеля, то, что нам нужно. Ну что, давай поболтаем с тобой. По-нормальному теперь я с вами буду болтать. Давай, давай. Оу, как я размочил твои мозги. Итак, туннель мэп. Ну, то есть туннельная карта. Значит, мы были вот здесь вот. Наверное, здесь. Или вот здесь. Да, скорее всего, вот здесь. Короче, я не разбираюсь в картах, где мы находимся, кто ж ее знает. Ну, скорее всего, да, мы вот здесь вот припаркованы, вот вход, вот вход. Мы вот здесь вот все прочесали с тобой. А, то есть еще можно было вот такой вот курган... А, ну да, точно, мы же такой курган с тобой и навернули, вроде бы. Мы где-то с тобой трёмся вот здесь вот. А нам нужно с тобой попасть, по всей видимости, вот сюда. Или сюда. Да кто ж его знает, куда нам попасть, в общем, чешем дальше. Сейчас разберемся со всем. Придем туда, куда нам нужно. По-любому, 100%. Так, лук. Здрасте. Здрасте, мордасти. Давно я биту не доставал. Простите, но я побежал. Машка опять блюанула. Не вытерпела. Машуля. Ну, что ты стоишь? Я знаю, что я могу теперь к тебе подойти спокойненько и прямо вот так вот сделать. О-о-о. Я помню твои предательские вещички, которые со мной ты делала в прошлый раз. В прошлой серии. Смотри, ко мне тут кавабанга бежит. Толпа из Машек. А, не успела, не успела. Но я тебя вижу. Все. Еще одна Машка. Капец, вы че там? Так, я попал в нее, но она еще живая. Вон она бежит. Да что такое-то? Машу. Она скрылась за стенкой. Смотри, как Машка упала на Машку. Машку, заляшку. Так, вроде бы все забрал. Но где ты тут, пупсик? Да, вот это я мажу. Ладно. Оглушил Машку битой. Стрелу отдай. Стрелу отдай, у меня и так мало стрел. Капец. Ну, ё-моё, ну что за дела? Машка, стрелу отдай! О-о-о, где-то здесь была. Где-то здесь была стрела. Вот. Отлично, спасибо. Вы очень добры. Ну чё, все вроде бы? Я всех здесь обезвредил, и снова идем сюда. А теперь чешем в ту сторону. Чего вы так заурчали? Чешем в ту сторону, там еще одна дверь. Надеюсь, эта дверь та самая, которая нам нужна. О, сколько там воды. Мы идем вниз. А это означает, что мы движемся в том направлении, в каком нам нужно. Тут у нас что? Блин, я даже не... Видал? Кто эту дверь закрыл? Пацаны, насколько я помню, за этими дверьми запутанные лабиринты. Стоит хорошо подготовиться, прежде чем продолжить путь. Это хорошо, конечно. А почему он то отпирает, то закрывает двери? Вот так вот сделаем. Странно. Короче, тут автоматизированная дверь, она сама открывается, запирается. Ой, там зомбари появились. Так, все понятно. Прежде чем мы пойдем туда, я вначале схожу вот сюда и посмотрю, что тут у нас. Куда вот эта часть туннеля ведет? Может, тут я найду что-нибудь запертая дверь. Что тут написано? Проклятие! В конце этих залов был склад оружия. Вот это попадос. Don't open that inside. Короче, если я открою эту дверь, то я помру. Ну, давай открыть попробуем. Может, там выскочить какая-нибудь чудная штука на меня. Оу. Там куча зомбарей, короче.
Ладно, дверьки я прикрою. А на сегодня я, пожалуй, остановлюсь. Ну а если тебе понравилось, ты знаешь, что делать. Поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще не подписан. А на этом я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.